Я считаю, что в нынешнее время, когда парки и дворы используются по неназначению, особенно молодежи, а это вот эти замечательные клумбочки для всяких там непонятных закладочек и прочее, лучше, чтобы каждый двор, лучше, чтобы каждое свободное пространство наших городов, больших и малых, было занято вот такими замечательными спортивными площадками. И, вы знаете, есть такой закон разбитых стекол. Если вам интересно, просто погуглите. Это в Нью-Йорке такое было придумано мэром в 60-х. Собственно, в этом законе все. Я считаю, что зальный формат, уличный формат можно переформатировать под такой же закон. И там, где присутствует дух спорта, никогда не будет присутствовать дух всякого вот такого вот разгильдяйства, наркомании, алкоголизма, курения. Вот. Везде все будет правильно. А спорт – это в первую очередь дисциплина. Дисциплина в массах, дисциплина в стране. Всем будет прекрасно.